просто летят спокойно. По ним можно определить, к нам летит или не к нам. Дэш, на связь. На связь. Подойди, пожалуйста, к учебной трубе. У нас тут, кажется, человечек на стене. Устал? Я не могу. Устал. Ну ты, блин, машина. Перетрудился. Угу. Ну ладно. Так, Даш, Райли, помоги. Райли, помоги ему, бери за ноги, тащите это существо. Погоди, Даш, ты куда? О, давай. Все, давай, тащите, тащите его. К сожалению, если вы пользуетесь стимуляторами, это, к сожалению, пойдет в ваш минус. Ну, мы как раз сейчас и узнаем. Хорошо, кто его тренировал? Ага. Ага, ага. Ну, так как у нас боевых инструкторов на боевую поддержку нет. Хорошо. Боевая поддержка какая именно? Тяжелая поддержка, ну то есть тяжело вооруженная, медик, кто? Может быть вообще инженер. Если тяжелый. Понятно. Хорошо. Я должен кое-что посмотреть. Момент буквально. Где-то здесь должен быть шкаф. Пара-па-па-па. Так. Ну, сойдет я. Райли, сейчас мне понадобится твоя помощь. Подсоби. Помоги! Давай! Сядем! Чуть-чуть! Господи. Да напихай туда всякого хлама. Фу. Ладно. Сейчас. Если что, страхуй. Так, кто у нас тут собирается в поддержку? Кружков 20. И вот тогда я тебе выдам. Раз ты у нас без отдышки бегаешь. Давай, давай, давай. Вот он, монстр. Давай.
Давай, второй круг идет, давай, давай, давай. Знаете, когда я служил... Тупо мне дали задание 30 кругов вокруг пробежать, собственно. Третий круг! 50 отжиманий, 50 приседаний. Вот о, такая была норма. Да. Не вижу. Господи. Ни капли. Четвертый! Давай. Ты не поп... Да, конечно. Пятый круг. Слушай, Рэй. Ну ты что, это же БСОшник, он ветеран. Шестой круг. Преодолел полосу, но я не сказал, что это дало... Седьмой! Ну вообще, Ралли, как поживаешь? Восьмой. И все-таки, следопыт, давай к нам. Девятый. Десятый. Одиннадцатый. Двенадцатый. Тринадцатый. Знаете, такими темпами он, наверное, вражеского элита просто голыми руками порвет. Четырнадцать. Пятнадцать. Так он до сих пор в силах. Я сам не знаю. Точно не было